Здравствуйте, это «Мобильный репортер», в студии Алсу Якупова. И в этом выпуске самые сочные актуальные видеоролики из социальных сетей. В Нижнекамске задержали 40-летнего мужчину, которого подозревали в грабеже. Женщина обратилась в полицию. По ее словам, неизвестный напал на нее возле подъезда, выхватил сумку с мобильным телефоном и скрылся. Ущерб составил 16 тысяч рублей. Полицейскими был установлен и задержан 40-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Выяснилось, что подозреваемый продал похищенный телефон в комиссионку, а деньги потратил. Пассажирский «Боинг», который летел из Сургута в Москву, пришлось сажать в аэропорту Перми из-за буйного мужчины. Тот употребил неизвестное вещество прямо на борту самолета, порезал себе руки и начал плеваться в пассажиров. Бортпроводникам при помощи пассажиров удалось скрутить неадеквата. Однако экстренной посадки избежать не удалось. «Боинг» посадили в Перми. Мужчину передали полицейским. В Челябинской области местная жительница сняла видео у ЖД переезда. По ее словам, поезд почти на полчаса перекрыл единственный путь через рельсы, который соединяет центр села с частным сектором. А кому-то на работу и в школу. В какой-то момент терпение лопнуло, и под сцепкой вагонов через рельсы стали пробираться взрослые дети. Неожиданно поезд тронулся, когда под ним еще оставалась одна из девочек. Кошелек потерял. Все уходим. А, господи, быстрее, быстрее. В последний момент женщина успела вытащить ребенка из-под колес. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить женщину. Кошелек потерял. Все уходим. А, господи, быстрее, быстрее. «Шевроле» и «Лада» столкнулись на дороге в Казани. В результате аварии больше всего повреждений получила «Лада». Ее дверь оказалась сильно смята, а у иномарки отвалился бампер. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции. Спасатели помогли лошади в Бурятии, которая по шею застряла в снегу. Животное завязло в верховьях реки, где ветром наметают большие сугробы. Без помощи людей лошадь вряд ли бы выбралась. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале «Татарстан-24».